Ученые эти, вы посмотрите со всех сторон. Ну ладно, короче, ребятки, давайте сейчас начнем эксперимент и посмотрим, что из этого получится. Всем привет, друзья, с вами я, Гос, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами будем играть за Халка. У меня возникла одна очень крутая идея. В этом ролике, ребятки, я решил попробовать превратить зеленого Халка в красного. И для этого, друзья, нам прямо сейчас понадобится добраться до лаборатории, чтобы там произвести над зеленым Халком некоторый эксперимент. Но у вас в самом начале этого ролика я, конечно же, хотел бы попросить не забывать ставить лайки, если вы не хотите разозлить Халка. Ну и, конечно же, подписываться на мой канал. А также, ребята, пишите различные комментарии, потому что я случайным образом выберу один из понравившихся мне комментариев и, в общем-то, добавлю его в следующий ролик. Так что, ребята, пишите в комментариях какие-нибудь интересненькие комментики, ну а также не забывайте писать, какой Халк по-вашему сильнее, красный или же зеленый. Ну что, друзья, меня уже плотно окружили копы, посмотрите, каким сильным огнем они меня поливают, это просто какой-то капец. Везде вертолеты, причем каждый раз, когда ныряешь за Халка, на тебя постоянно выдвигается огромнейшая толпа вертолетчиков. Я не понимаю, с чем это связано, потому что, вот, допустим, этих же боевых машин всего 2 или 3 штуки ездят. А вот уже вертолетов очень много, и все они крайне сильны. Я постоянно сбиваю вот эти вот непонятные вертуханы, блин, которые у нас боевые, как вы видите. Они стреляют у нас и жесткими миниганами, и плюсом еще любят покрывать ракетами, которые очень мощные и сносят капец как много хп. Так, мне бы его реально снести сейчас как-нибудь. Так давай. О, да, зеленый Халк, ты меня, скажем так, не поразил. Это что за бросок был просто? Ты чё, ты сегодня вообще в состоянии? Нет, мне кажется, зеленого Халка нужно поскорее превращать в красного, потому что он какой-то не очень сильный, вы это видите вообще? Да, впитывает он в себя очень много выстрелов, это просто какой-то капец. Но вот он даже не может докинуть машину до вертолета, у меня даже таргет наводится, а он все равно не может в нее попасть. Ох-ох-ох, ребятки, это очень странно. Ну да ладно, короче, давайте будем с вами уже потихонечку лететь. А я думаю, что лаборатория сейчас открыта, нам, конечно же, нужно будет от копов как-нибудь избавиться и уже забраться в саму лабораторию. Там уже, друзья, все подготовлено, то есть все нужное оборудование, врачи, которые будут нам проводить весь этот эксперимент, в общем-то. Ну и посмотрим, что у нас выйдет. Быть может, Халк вообще превратится в какого-нибудь, я не знаю, жесткого злодея или что-то в этом роде. Короче, ребята, будет видно. Куда ты бежишь, братишка? Видимо, меня увидел и очень сильно испугался. Ну, извини, я тебя вот так маленько столкну, но он все равно продолжает бежать. Ну да ладно. Короче, ребята, мы с вами уже одного чувака точно напугали. Так, пробегаем, короче, внутрь этой базы вообще. Ой-ой-ой, я там кого-то сбил. Нифига себе, это капец какой-то. Я что-то сегодня прям, не знаю, какой-то очень жесткий. Ну, хотя зеленый Халк не такой, конечно же, сильный, как красный, на мой взгляд. А вы пишите свое мнение, кстати, по этому поводу, что вы думаете вообще, за кого лучше играть в GTA 5. Ну и, в общем-то, потом решим. Сейчас посмотрим, во что мы сможем превратиться, то есть как себя покажет наш красный Халк. Я уже подбегаю к этой лаборатории. Воу-воу-воу, это что такое тут летает? Так, очень много охраны, все готовы проводить этот эксперимент. Короче, ребята, мы с вами пришли, как говорится, по адресу. Так, переносимся на территорию базы, потому что зайти по-другому у нас никак не получится. Так, и тут нам кого-нибудь главное не задеть, потому что я достаточно большой по своим габаритам и могу случайно столкнуть какого-нибудь человека. Ну, просто вот так спокойненько в каком-то замедленном темпе. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Тут у нас везде охранники, само собой. Мы их обходим. Ой, сколько у нас тут врачей уже. Посмотрите, аж 2 штуки тут стоит прямо на входе. Офигеть. Все, мы с вами подходим к нашей главной цели. И да, это у нас лаборатория. Ну что, я думаю, будем проводить эксперимент прямо на полу, потому что никакой койки я здесь не вижу. Так, надеюсь, врачи все готовы. Ну что ж, ребята, давайте ложиться. Ну чё, вроде как, ребята, все готово. Я прилег, короче, закрываю все глаза руками, потому что мне маленько страшно. И вокруг нас уже столпились ученые эти, вы посмотрите, со всех сторон. Ну ладно, короче, ребятки, давайте сейчас начнем эксперимент и посмотрим, что из этого получится. Ох, ну чё там такое? О, ребята, мы с вами превратились в красного Халка. Отлично, хо-хо. Ну чё, теперь, я думаю, можно начинать наше веселье. Так, просто вот так вот вылазим и начинаем всех убивать, пока они ничего не поняли. Так, получай, получай. Так, ты тоже. Блин, не могу его задеть. Вот так вот.
Ух, ребята, мы всех раскидали, но вроде как... О, еще один жив. Но вроде как вояки пока не заметили, это очень хорошо. Мы даже бомбу атомную перевернули, офигеть. Ну что, ребята, посмотрите на эту махину. О, господи, он реально здоровый. Он намного крупнее, чем зеленый Халк. Упс, ребят, мне дали 5 звезд. И вроде как все, на меня все напали. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вы сделали зря, конечно, ребятки. Сейчас я буду вас всех разносить. Хо-хо-хо. Блин, красный Халк, видимо, очень зол. Вот так вот сбиваем их всех нафиг. Так, ты, мужик, тоже полети, пожалуйста. А мы идем дальше. Ой-ой-ой, ребята, вы посмотрите, какие мы огромные. Это капец. Мы до потолка прямо достаем. Офигеть. Я думаю, сейчас всем не поздоровится. Бить их в таком закрытом помещении я не шибко хочу, потому что это, скажем так, не очень разумно, потому что, ну, тяжело по ним будет попасть. Но вот так вот их фигачить нашими такими воздушными, что ли, атаками, хлопками, это просто, ребята, офигенски классно. Чё, проходим? Ну, чё вы скажете, блин, военные? Получайте все. Так, туда тоже вот так вот пыльнём. Ох-ох-ох. Просто всех убиваем. Один хлопок минус целый отряд вояк. Это ж просто капец, какая сила! И даже здесь я каким-то образом смог задеть этих военных. Как? Я не понимаю, как они там лежат просто мертвые. Неужели его атака настолько далекая, что просто задевает реально всех? Это же какой-то капец просто. Так, ребята, беремся, короче, вот таким образом сейчас. И выносим на улицу. Воу-воу-воу-воу-воу. И что у нас здесь? А где военные? Куда они разбежались? Машинка одна приехала, уже покоцанная какая-то. Так, знаешь, что с тобой сделаю? Я тебя просто вот так вот кидану. Ох ты, нифига, да он реально сильнее. Видите, с рожком тачки кидает, ребята? Это же не просто так, он серьезно намного сильнее, чем зеленый Халк. Вот, вот как нужно тачки кидать. Вот это я понимаю, сила. Вот это реальная мощь. Еще и на выстрелы вообще наплевать. Да вы что, мужики, гоните? Получай, блин, промазал, молясь, но машины летают реально намного лучше. Это реально, ребята, классно. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень нравится красный Халк, и, по-моему, он намного круче, чем зеленый. Даже своим внешним видом необычным. Это просто шикарно. Получай, вертолет! Во-во-во! Он устоял, что ли? А, во, падает, 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 полетел. Да-да-да, вот так вот, шикарно. Просто, ребятки, шикарно. Так, что мы можем тут сделать? Машинки все вот так вот разбили. Причем они, кстати, погнулись очень сильно. Видимо, прыжок у него тоже намного сильнее. Кидаем. Ой-ой-ой, я промазал, молясь. Ну да ладно. Короче, можем ехать, в принципе, отсюда. Так, давай садимся на моцик. Вот так вот. Блин, чё за анимация? Чё? О, господи, как это тупо выглядит. Ай-яй-яй-яй, ребятки, но мы можем ехать. А, его взорвали. Да, вы что, офигели, что ли, мой мотоцикл взрывать? Кто это позволил вам сделать? Вы что, блин, борзые такие? Получай, вертолет, получай. Вот так вот, лови, лови. Да ему вообще пофиг, по-моему. Ну ладно, в таком случае, ребята, не обращаем на него внимания. Просто, о, падает! Я, о-хо-хо, все-таки он упал. А, это, видимо, другой был. Кого-то я заделал, успел задеть своими хлопками. Это классно. Блин, ребята, вы посмотрите, как это эпично выглядит. Мы настолько здоровые, что занимаем практически целую полосу на дороге, которая предназначена для движения автотранспорта. Ну да ладно, ну что ж, ребята, мы с вами куда-то пришли. Что это у нас тут такое? Ух ты, интересненько, куда они все бегут? Вау, это что тут такое? Блин, это... Это у нас, типа, бойцовский клуб, что ли? Я не понял. Какого фига? Серьезно? Бойцовский клуб? Ох, они дерутся, вы посмотрите. И мы такие без палева просто подходим. Ну-ка, ну-ка, кто у нас тут сильнее окажется? С победителем я бы подрался на самом деле. О, Тревор! Братишка Тревор! Ха! Ты что-то у нас пьяненький, молясь? Ну-ка, дай-ка я тебя возьму с собой вот так. Тревор, ты... Можно тебя расплющу вот так, молясь? А ты что, не хочешь расплющиваться? А если я тебя ударю? Во! Все! Хорошо. Ну чё, кто-нибудь на меня внимание обратит или нет? Ой, я тут что-то тоже их раскидал. Видимо, своей жирной жопой их, короче, заел, они все упали. Ну да ладно. Так, я так понимаю, что наши борцы там на этой арене хотят, молясь, подраться. Тревор, кстати, уже пришел каким-то образом сюда. Братишка, ты хочешь с нами подраться? Получай вот так с одного удара тебя вырубля. А вы чё, мужики? Ну и чё это? Это удар, по-твоему? Вот это реально удар? Вот это удар! Вот это удар! И вот это тоже удар! Все. Сразу же минус 2, а вы что, все смотрите, о, все аплодируют нам, вы посмотрите. Да-да-да, я очень силен, а могу сделать еще вот так вот, оп, оп, вот так вот, вот так всех просто взять и раскидать. Все,
Ребята, мы всех раскидали. Ладно, раз муж рядом так близко с клубом, давайте мы с вами забежим туда, посмотрим, как нас там вообще примут. Так, охранник, я надеюсь, я пройду фейс-контроль, я бы хотел там оказаться где-нибудь внутри, там, не знаю, посмотреть, чем вы там занимаетесь. Так, я пропущен, да? Че так смотришь? Пошел отсюда! Вот так, хорошо, все, проходим вовнутрь. Че у нас тут? Ох ты, у нас тут какая-то пати. Ребятки, пати, серьезно, еще и в кровище все, вы что тут устроили? Какие-то батлы, что ли, устраиваете? Я не понял. Получай. Вот так один готов. Так этих вот так вот сбиваем. Во-во-во-во-во. Все, хорошо. Так, ну чё. Кто хочет со мной сейчас подраться из вас, мне интересно. Никто не хочет, видимо, да? Все что-то разлетелись сразу же. Ну, ладно, в таком случае я маленько нарушу вашу обстановочку. Ну и, пожалуй, уже есть у нас такое, скажем так, время удалиться, да? Ох, копы прибежали. А что ты хочешь? Что хочешь? Получай вот так по башке. Все, шикарно. Да нам никто ничего сделать не может. Мы просто пафосно вот так вот идем по этому стрип-клубу и раскидываем всех по сторонам. Я не знаю, Красный Халк, по-моему, реально очень пафосно выглядит. Так, короче, делаем себе бессмертную тачку. Я хочу покататься. Тут очень много байков от этих мужиков, которые тут проводили у нас арену, да, эту для битв. Так, и чё, я взял мотоцикл? Нет? О, я на мотоцикле! Шикарно! Едем! Едем, это даже не мотоцикл, это байк! Во-во-во-во-во! Все, ребята, погнали! Красный Халк на байке! Ну, выглядит прикольно достаточно. Так, ну что у нас тут? Все вроде как спокойны, да? Никто им ничего не мешает, да? Что? Чё это такое? Ну-ка, выпрыгивай! Это моя копия? Я что-то не понял. Ну-ка, погоди. Получай вот так вот. Ты что тут делаешь? Красный Халк номер два. Я номер один. Я тут единственный в этом городе должен быть. Эх, живучий-то оказывается. Ну-ка, иди отсюда. Все, не вставай. Я тебе не разрешаю вставать. Халк номер два, блин. Офигеть, я такое не допущу в этом городе. Я единственный неповторимый Красный Халк. Не может быть других Халков. Даже не притворяйтесь ими, не вздумайте. Всех буду раскидывать. Я думаю, самое время отправляться, ребята, уничтожать поезд. Это же у нас одно из любимых занятий, как я думаю. Вот тут капец, я такого не допущу. Красный Халк, у меня даже пистолет в руках есть. Так, получай, вот так. Все, готов. Блин, да капец, Халк номер три. Халк номер 4, да вы что издеваетесь надо мной? Да я не хочу, чтобы было такое в городе. Куда он исчез? Он поменял свою форму, что ли? Ну, короче, они, видимо, в костюмах ездят. Я не знаю, как это еще описать, потому что он только что превратился в другого чувака. И уже там нету костюма Красного Халка. Видимо, понял, что к чему и что я тут единственный Красный Халк. Ладно, ребятки, направляемся к нашему поезду. Ну что, поезд, ты готов сразиться с самым сильным Халком в Лос-Сантосе? Посмотрим, на что ты способен. Он меня даже не протаранил. Но этого стоило ожидать, ребята, вообще-то, в целом, знаете. Я, в принципе, уже знал, что мы его остановим, но решил это пафосно вот так вот в стиле Красного Халка разыграть. По-моему, прикольно получилось. Просто такой, типа, руку вытянул, знаете, да, как в этих фильмах бывает, как Чак Норрис такой. Чё думаешь, это удар, по-твоему, и такой поезд не врезается, и бах, расцепляется на части. По-моему, было классно достаточно. Ну да ладно, друзья. Короче, давайте закончим, в принципе, на этом ролик. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на мой канал. Не забывайте писать в комментариях, кто, по-вашему, сильнее Красный Халк или же зеленый. Ну а также, друзья, не забывайте писать, какой Халк вам нравится вообще в принципе больше. Я все прочитаю, друзья, и, в общем-то, ну, сравним наше мнение. Ну что ж, с вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.